Лукла. Один из самых опасных аэропортов мира. Но у многих моих друзей вызывает незабываемые воспоминания вид этого самолета, который скатывается с горочки и уходит над пропастью обратно в Катманду. А мы в этот раз пошли необычным для нас путем и нестандартным маршрутом в противоположную сторону от Эвереста, в сторону горы Мера-Пик, высота которой примерно 6400 с небольшим метров. Бейс-кэмп находится на высоте 5200, и именно здесь рождаются облака. Очень необычное зрелище, когда формируется белое облако и прямо на твоих глазах и поднимается вверх. Мы пришли сюда, когда были одни камни, не было ни одной снежинки, но вечером пошел снег и валил он целые сутки, и буквально за сутки насыпало вот такие сугробы. Но на следующий день опять вышло солнце, наша барышня Оля сразу же пошла принимать солнечные ванны. И на следующий день мы пошли дальше, в хайкэмп. Наш предводитель Иван Сергеевич Дементьевский, знаменитый блогер и путешественник, еще более знаменитый фотограф. Саша, Оля, Рудра Ра, он всегда поднимает руки, когда видит, что на него направлена камера. Вокруг сейчас перевал, он называется Мера-Ла. Это еще наш один горный гид, его зовут Гелу, примерно как Гелендваген, именно так я запомнил это сложное имя. На самой вершине, к сожалению, были очень жесткие условия, и снять ничего не хотелось ничего снимать. И сейчас это уже спуск, очередной наш лодж. Красивый вид на, похоже, это Амдаблам, мама и дочь в переводе с непальского. Снега на этой высоте уже нет, уже текут ручьи. Вообще очень здорово и очень хорошо. Какой-то левый чувак в кадре, я вообще не понимаю, откуда он тут взялся. По пути туда мы буквально на третий день преодолели очень суровый перевал, почти 5000 метров. Для третьего дня подъема это очень круто. На обратном пути нам предстояло сделать то же самое, и вообще не было никакого желания это делать. Поэтому, когда мы узнали, что есть такая шикарная опция, как вертолет, мы ей воспользовались и сократили наш двухдневный поход до 15 минут.